Ульфат! Темы, которая нас с вами собрала в этот раз вот в Дальневосточном округе. Я встречаюсь с руководителями субъектов Федерации очно, имею в виду значимость этой работы. Работы по доукомплектованию вооруженных сил военнослужащими контрактниками. По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек. Часть из них – это лица, пребывавшие в запасе. Часть из них добровольцы. Плохо и то, что рядом расположенная Япония все активнее оказывает помощь киевскому режиму и втягивается в военную конфронтацию. Специально говорю об этом здесь, на Сахалинской земле, чтобы нас услышали еще раз. Те, кто самым внимательным образом оценивают перемещение руководства Российской Федерации по территории нашей страны и пытаются высказывать всякие озабоченности, говорить о чувствах населения и так далее. Значит, нас волнуют только чувства нашего населения. И они должны об этом помнить.